Сегодня 18 апреля 2021 года. Наш двор, наш дом красивый после ремонта фасада. Иду снимать Селигер Сити. Конечно же, наш дом надо поснимать. Ремонт фасада закончен. Вот так смотрится наш дом. Красиво. Да, совсем другое дело. Сейчас есть на что посмотреть. Наш двор полон машин с детскими площадками по той другую сторону. В одном дуэт, новый дом коммерческий, бизнес-класса. Дома поблизости, школа. Вот дом с мелкими квартирами. Наш общежитие. И Селигер Сити. Подойду поближе, поснимаю. Буду снимать много раз. Сейчас пойду поближе посмотрю. Да. Вечером в огнях красиво очень смотрится. Да, и наш дом. Даже неплохо смотрится. Там у нас метро. Станция метро Селигерская. Да. Хорошо. Гуляю по своему району, Западное Дегунино. Сейчас у нас красивее становится. Травка зеленая. Середина апреля, а до середины октября у нас в Москве, столице, очень красиво. Туристический сезон полгода. Москва, столица во всей красе. Да. Хорошо. Наш двор на севере города Москвы, столицы. Вот так выглядит сегодня 18 апреля 2021 года. Наш дом с Дегунинской улицы. Виден немножко. Здесь у нас школа. И Дегунинская улица. Вот он, Селигер Сити. Административное здание, 4 корпуса, Дегунинская улица. Вот она, Дегунинская улица. Здесь начинается
Кассельгер-Сити. Хочу полюбоваться. Здесь же Кассельгер-Сити и Ильменский 17. Да, район Западный Дегунино. В северном округе города Москвы, столицы. Вот так. Обновляющийся район. Интересный. В настоящее время